Красный угол защищает представитель Буруянов Тим. 72 килограмма. Андрей Санжура! Отлично! И в синий угол приглашается представитель спортивного комплекса «Олимпия». Трудовые резервы 71 килограмм. Думитру Пурича! Видно сразу настрой бойцов. И напомню, дамы и господа, рефери в ринге Владимир Новиков. Это было нечто, друзья. Неоднократно за эти три минуты, за первый раунд, мы услышали неоднократные комментарии как от судей, так и от наших друзей из зала, что это красивый бокс. Yeah.
Хорошо, друзья, второй раунд. Драфт еще раз, громче! Ждем третий раунд с нетерпением, посмотрим, какие новости принесет нам он. Потрясающий третий раунд, друзья. Феноменальная выдержка и техника именно в этом случае генерирует правильно поставленные удары, которые наносят хороший, я бы сказал, огромный дэмэдж как первому, так и второму бойцу. Складывается такое ощущение, что диджей влюбился. Thank you.
Это было потрясающе, друзья. Давайте громче! Уверен, друзья, это было далеко не просто, очень тяжело, сложно и изнурительно. Посещению этого боя и этой схватки единогласным решением судей победа присваивается бойцу... В красном углу Андрей Санжура!